Проводив президента Кубы, спустя буквально несколько минут глава белорусского государства направился в Казахстан. Это первый официальный визит Александра Лукашенко в эту страну после выборов там нового руководителя. Чуть более часа назад борт номер один вылетел из национального аэропорта Минск. Визит рассчитан на 2 дня. В Нур-Султане пройдут переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. В широком и узких составах лидеры обсудят развитие отношений двух стран с акцентом на расширение торговли. Сегодня же в столице Казахстана начал работу белорусско-казахстанский бизнес-форум. Участие в нем принимают около 200 предприятий из обеих стран. Также в Нур-Султане торжественно открыли новое здание посольства Беларуси.